Не секрет, что в современном мире можно зарабатывать миллионы при помощи интернета. Те же социальные сети дают широкие возможности для этого. Уже многие звезды публикуют рекламу в своих инстаграмах и зарабатывают на этом неплохие деньги. Но на самом деле даже звездой быть не обязательно, чтобы крупные фирмы хотели видеть свою рекламу в вашем профиле инстаграма. Достаточно просто быть сексуальной девушкой. О 10 таких я вам сегодня и расскажу. По факту. Пейдж Хэтэуэй. Этой красотке 26 лет, она живет в Миннесоте и выкладывает в свой инстаграм фотографии, от которых трудно оторвать взгляд. А еще их спонсирует спортивная марка Shreds. Пейдж обладает поистине роскошным телосложением, которым она устанавливает стандарты красоты в фитнес-индустрии. Конечно, это все в кавычках. Благодаря своему инстаграму и своему идеальному телу Пейдж заработала более 5 миллионов долларов. Чи-чин! Анна Черри. Родилась в Южной Калифорнии, в ее роду есть как белые, так и индейцы с мексиканцами. Смесь их кровей кипит в этой фотомодели и придает ее внешности особую перчинку. Основной доход она получает от фирмы Shreds Supplements и публикует в инстаграме свои фотографии с логотипом этого бренда. Является его представителем силы, позитива и сексуальности. Вау. Кайла Итсинс. Еще одна спортсменка, которая разбогатела благодаря своим фото в инстаграме, это 24-летняя австралийская модель Кайла Итсинс. Серии руководств по спортивным упражнениям и специально выпущенному для этого приложению принесли ей более 7 миллионов долларов. Благодаря ее методам многие подписчики смогли привести себя в форму, и их фотографии Кайла частенько у себя публикуют. Шантель Зейлс. Грудастая красотка имеет 3 миллиона подписчиков на инстаграм и примерно столько же миллионов долларов принес ей аккаунт в инстаграме. Шантель Зейлс родилась в Альбукерке, а ее карьера резко пошла в гору где-то между ее обучением в средней школе и колледжем, когда она приняла участие в нескольких рекламных кампаниях от Акура и Пепси. Позже Шантель переехала в Лос-Анджелес, где стала популярной моделью и снялась для таких популярных журналов, как FHM, Maxim и другие. Клаудия Альенде. Эта модель нижнего белья из Бразилии участвовала в знаменитом конкурсе красивых поп «Мисс Бум Бум» и заняла в нем почетное второе место. Все благодаря ее неотразимому тылу. Вдоволь посмотреть на попу 22-летней красавицы можно в ее инстаграме. Бренды нижнего белья, которые она надевает для фотографий, принесли девушке более 3 миллионов долларов. Эбигейл Рэчфорд. Эбигейл Рэчфорд – это 23-летняя модель Playboy из Лос-Анджелеса. Помимо работы в знаменитом журнале, она еще и выкладывает свои откровенные фотографии в Инстаграм. Благодаря этому Эбигейл заработала более 3 миллионов долларов. Лейси Кей Саммерс. Эта модель, шеф-повар, певица и личный тренер, сотрясает Инстаграм фотографиями своего роскошного тела. К сожалению, конкретных цифр о ее заработках найти не удалось, но можно не сомневаться в том, что это семизначные цифры. Аманда Ли. Инстаграм потрясной Аманды Ли из Лос-Анджелеса насчитывает миллионы поклонников, как, впрочем, и остальные сегодняшние инстаграмы. Аманда – модель нижнего белья, о, вау, как это оригинально, которая благодаря своим селфи в нем заработала почти 3 миллиона долларов. Алекса Джин Браун. 24-летняя Алекса – фитнес-фанатик. Она начала вести свой блог в инстаграме, когда у нее появился ребенок. Она показывала переход от тела недавно родившей женщины к подтянутой фигуре фитнес-модели. Сейчас в своем блоге она дает советы касаемо фитнеса, красоты и личного стиля. Потрясающе выглядит и не испытывает недостатка в рекламодателях. Белла Фалкони. Также является фитнес-моделью и мамой, которая превратила свой послеродовой живот в подтянутый пресс с кубиками. Благодаря спортивному телу и регулярной публикации его фотографий в Инстаграм, Белле удалось насобирать более 2 миллионов подписчиков и начать сотрудничать с Shreds. Эта фирма уже не раз была сегодня упомянута, так что, девчонки, вы знаете, что делать. Ходите на фитнес и фотографируйтесь в Инстаграм. Это и правда золотая жила. Вы будете очередными городскими бездельниками, миллионерами.